Ну что ж, я вас всех поздравляю. Ближется новый эвент под названием «Новый цвет». Так как будет китайский Новый год, возвращается Годень. Это довольно хорошее событие, да, то есть разнообразит опять доту, мы будем обузить. А мы же с вами знаем, друзья, что практически в любом эвенте, который есть в Dota 2, есть баги. Баги, с помощью которых можно наобузить себе шмоточки. Давайте мы вместе с вами сейчас посмотрим ролик официальный от Valve. При этом мы посмотрим без звука, чтобы меня не забанили за использование контента. Но в описании этого видео я оставлю ссылку. Вы сможете перейти и посмотреть со звуком. Ну вот так вот. Должно быть нормально. Что мы видим? Мы видим какую-то пещеру и мы видим Годень. Далее течет жижа крови. И самое главное, что ли самое забавное, это Цемка. Цемка, которая бежит. А угадайте, какой комментарий у америкосов набрал больше всего лайков? Давайте подумаем вместе с вами. Дочитайте до 5 и подумаем. Человек написал, это фейк. Цемка не может бежать. Она может идти. Очень-очень медленно. Правильно написали, это молодец парень, правильно написал. Действительно, это так, все знают, что Сэмка очень медленная, тормозная. А ему писали в ответ, это хаста. Вот такая вот у нас скромненькая заставочка. Приятно, что сделали несколько заставок, но с разным языком. В том числе есть русская озвучка, хорошая официальная русская озвучка. Так что я вам советую, перейдите, посмотрите и обещаю, когда появится эвент, а это уже будет очень скоро, я буду пилить видосы, и мы будем вместе с вами обузить. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.